Интересно, сейчас волосы будут продувать. О, как красиво. Дуй, 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 дуй. О. О, вера хот, ты север туге, вел ми, breaking my heart, breaking my heart, breaking my heart, 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 breaking, breaking, back, back to you, I see you, I see you. Break for you, forget me, fork me my baby, fork me my baby, чпок me my baby, я без тебя не могу. Дверь закрывайте. Она дверь не закрыла, Юля. Здоровайтесь со всеми, девочки. Ой, здравствуйте. Вот мы. Здравствуйте. На такси, представляете, приехали. Ага. Виновата, хотели пойти пешком. А почему на такси? Кстати, все спросили, потому что он по дому подъехал, людей привез, и ты взяла сразу такси. Кстати, они, девчонки спросили, я говорю, а что у Юли столько друзей? Я говорю, а вы ходите пешком, типа не на машине, потому что она живет в центре, и все здесь, да. И столько пробок, что легче пешком пройти. Ой, класс! Вообще! Супер, блин! Да? Тебя приняла. Ну, спасибо. Смотри, у миллионера мы были. У барона у нас есть, остался князь и шейх. Боже, а есть какой-то князь? И шейх-то есть? Да, и все есть. А где он? Кто поет? Имам, в Турции называется имам. Деребалар, видео? Боже, как классно, супер! Это церковь, да, вот это напротив? Мечеть или как она? Это мечеть. А это мы продаем, когда будем на балконе садиться, смотреть. Святое. Когда мы до балкона доберемся. Перчик. Ну, кстати, перчик могли бы и сейчас взять. Я, правда, его не ем. Перчик растет уж лишний. Да, да, да. Лубны продаются для цветочек. Но мы купим уже готовые. Боже, какая атмосфера! Какая атмосфера, Юля, это нечто! Боже, я вообще... Ну, я ни одного еще симпатичного мужчину не видела. Это балалайка, да? Ичагла, ичагла, да? А, сестра? Я думала, сказала, пошла на... Как будет сестра? Абла. Я знаю, что... Я знаю, что Гульзяр, это уже красивая, да? А, Гузель, Газель, короче. Гюзель, да, но они мне говорят Гюзель, Гюзель, да. Слово хую – это характер, и Гюзель – это красиво. Да, хуй я выучила сразу. Хую, Марина. Хую? Это характер по-турецки. А, ты же мне сказала, ты мне не говорила, что есть буква характер, ю в конце. Ю. Хую, хаварью. Характер. Хаварью, все правильно. Хаварью, хую, да. Пинеточки для деток. Ой, я бы с удовольствием бы сходила бы, Юля, в мечеть. Может, зайдем? Нет времени. Мы за хвостом идем, да. А, женщинам нельзя? Отдельно можно и платок тебе нужно. А-а-а. Мусульманка может зайти поснимать, посмотреть, молиться, что не нужно. Конечно, конечно. Вот, мы идем за хвостом, прямо-прямо. Марина Владимировна, вот я хочу вам показать, помимо того магазина, какие магазины...
у нас есть для нашего шитья с тобой, чтобы ты понимала. Угу. Всякие куски даже всяких... Ой, это как Эллочка-людоедка, вот эта, которая говорила вот всего три вот слова. Наборы это прям шикарно. Целые. Это шикарно как обшивать, да. Теперь есть вот такой. Пупоны нам, кстати, она что-то нам... А, нам не хватало на хвостик пупон. Вот хвостик, ну так давай пупон на дне хвост. Нет, мы купим лайки тебе хвост. Девочки, сюда идите. Девочек, а ты? Иди сюда. Девочки, иди сюда. Ты хотела иголки. Ой, все, одеваю свои очки, да. Иголки давай с большим ушком. Пока мы здесь. Вот они, большое ушко. Вот туда Аби даешь. Теперь смотри. И нитка, лень. Надо как леска. А я, наверное, ее дома оставила сегодня. Как леска. Да, я дома забыла. Тоненькая. Самая тоненькая, которая есть, только леска. Боже, сколько буа, посмотри. Энэнджи. Yes. Да. Надо потрогать мне, пусть откроет. А нельзя у бакмака стыды? А буа, посмотри, сколько там буа. Какого? Я знаю, я ж тебя завела, смотри. Сыне Атария. Дай потрогать. Безим турки, Мне там... Ачки бибис, ешелик йок. Можешь взять, без него тюрьмы, у нас их жаль делать. Посмотри. Сделано. Раз их жаль, то пора корусом нам. Бак. Бомба йок. Да, класс. Все, смотри, отлично. Какие есть булавки. Да, нам не надо сейчас, нам надо только это все. Но то, что я сделала, я уже нитка, я, наверное, не буду отпарывать. Уже останется так. Пуговицы красивые. Ой, какие девочки пуговицы на мое пальто. Вообще, посмотри. Вау. У нее стоит одна пуговица 20 евро на моем пальто. Ну, с этим, с камушками. Абро. А пальто стоит 15, а пуговица 20. Там ерми очень этаж, красиво. Вот это ерми лирабр, да? Ну, вот это вот, сколько такая стоит? Ерми. Вот это вот, сколько стоит вот эти? Да. Вот бунека дармиселя, битана. 5 лир, блядь. Это я в шоке. Дайте китана, можно? Китана. Не, ну сейчас не нет, надо. Дуртана, бери ермисы. Вот эти вот пуговицы нет, надо... Дуртана, бы на мухидея бередим. Сиреневая? Ну, конечно. Да, бери. Сколько? 5-6, вот они большие. Сколько? Ну, у меня сейчас пальто дома. Сколько? Неважно, сколько. Подожди, я сейчас подумаю, что у нас есть. Обшить. Ну, давай 3 таких. Там могу. Да побольше возьми. Ну, давай 5. Я просто не помню, что есть. И вот пуговиц сколько? Они недорогие, Юр. Аби, ду что одно? Бир. Нет, это не надо. Лязем мор. Боже, какая красота. Мор лязем. Но это пластика. Не надо, не надо. Я 5 я возьму. Не надо. Ну и что? Вот эти я возьму. Вот эти я возьму, может, девочкам нашью. Нет, большие пока не бери. Большие не бери. Маленькие, они подойдут куда-то. Большие не бери, потому что это пластика. Мы возьмем с камнями. А мне вот таких надо было булавки на мои. Возьми, если тебе нужно. Бери микитана лязем сияюк, бана алтин, кормузи, бери ермасы. Пембева кормузи. Смотри, уже готовая, как у меня я сумку обшивала. Супер вообще. Поняла, да? Смотри, вот да, вообще. Классно, Юльчик. Смотри, уже с блесточками. А, ты в колготочках. А, я думала, ты на голову. Тебе не надо никакого цвета, точно. Нет, мне только нужны были нитки и иголки, все. Теперь мы знаем, где, что и как, если что, сюда придем. Это пластик, отлично, но и мы возьмем потом с камнями на пальто, ты что? Там много всего. Это тебе на номер, да? Это мне, да, на вот эти. Ичтана бу, бу и буаби. Ну-ка, да?
Ну, покажи вот эту, подожди. Смотрите, девчонки, какая красивая. 50 лир. 50 лир, девочки, стоит. Давайте, да, мам. 50 лир. Это, да? Давай. Я вчера закончила делать на голову вот этот, кто в Инстаграме видел, канделак, или как он называется, со свечами штуку такую. Видите, есть разные, но я хорошие иголки взяла. Можно было, кстати, вот эти тоже взять. Подожди, возьми мне еще вот эти вот, пожалуйста, они тоненькие. И вот эти, да, потому что здесь тоненькие, они в камушки влезут. Вот это нитки, если надо, ипы разные, нитки такие, нитки всякие, цепочки. Подходи сюда. Вот это ты поняла. Ого! Вот эти цепи, которые мне нужны были, да, доделаем. Здесь смотри, тоже поняла. Поняла. Бахрома. Любая. И там белые. Прикольные. Бля, что меня все хотят в Италию отправить? Смотри, девочки, они шо? Все хотят в Италию, потому что они там не были. Смотри. Вот, да, ой, Юля, это, да. Вот, да. Мне надо купить тебе на пояс белый кусочек нитки. Если он есть. Если нету, очень жалко. Сейчас вот я знаю. Аби. А, как, на какой беда? Пояс? На голубой костюм? Сколько у них стоит уже готовая такая вот со стразами ленточка? Сколько стоит? Юлек, сколько у них стоит, допустим, вот это уже готовая со стразами? Метр, да. Какая? Ханги? Ну, любая, вот, допустим, это. 240 лир метр. Это дорого? Это качавра, доллар. 12 евро. Ну, это того стоит, потому что конечно, уже все готово. Да. Понятно, хорошо, вот, спасибо. Смотри, вот, угу. Понял, это сетка, вот. Могу разводиться. Да, это дешевле, это 120. Вот это нам на канделябр вообще конечно, класс. Конечно, да, только черная есть, видишь, вот вообще с жемчугом. Прикинь, канделябр вот так все лир, делать. Да. Хорошо, вот, все, смотри, хорошо, мы смотри, знаем цену. Вот у него, поняла, белая. Да нам вот этим вот обделать и все. Что, белая, лянь. 200 лир метр. Ну это дорого. Здесь полметра. 16 евро. 100 лир это 5 евро, мне девочки написали. Доллар. 200 лир это 10 долларов. Ну, в принципе. Вот у него. Ну, красиво, красиво. А метр это дорого. Смотри, еще тут хочу. Смотри, так, а здесь тебе всего полным-полно. Угу. Смотри, за. Поняла, смотри, какая красивая. Угу. На цепочке вообще. Просто тебе покажу. Ну, я же тебе за вот эти и говорила, вот мы вчера, когда ходили. Да, я вот... поняла. Но здесь, а лучше брать сам, уже толстую, уже, видишь, она готова. Я все. Знаю, но есть прям шире еще, солнышко мое. Прям вообще шире. Видишь, да, это не, не, нам толстые такие надо. Слышишь, Юля, клея у них, вот клея это, нам надо в химический в магазин. Месте. Дети, чуджуклар. Посмотри, Юль, уже все готово. Алмак Белак, смотри. Мерьям, да. Зайка, тут все тебе, посмотри тут. Да, тут, смотри, она твоя уже... фантазия. Поверь, ты посмотри, ну, вообще любые. Мне Света рассказывала, говорит, что, боже, это Марина, у вас ничего нету. Я говорю, это есть просто. Италия, еще в шоке. Очень красиво сделано, уже все готово. Сколько по 20? Это 15, да? Это, наверное, это наверное, переводка, наверное, на этот, на футболке. Супер. Супер. А говорит, давай тебе все продам. Слушай, я найду себе шейха турецкого. О, шейх Буладжак. И приду Гели к тебе, джек, хорошо? Санамаза, не паравар, я раджи верить. Я куплю тебе магазин. Бак, он кенди я пью. Да. Сама. Смотри, да, это просто для кофе даже. Чуть пошикюри дырить, да, пошли. Все, молодцы, пацаны, давайте. Здесь. Да? Все, спасибо за иголку, да, все. Ну, а тут пошли ткани, вот еще есть один магазин. Мы, кстати, с Кирюшей нашли нам уже в туалет
ну, туда пока руки дойдут, коврик такой офигенный, вообще маленький, хороший, около, там, где продают тортики, магазин этот. Я секунду заведу, чтобы ты знала, что этот магазин не индивидуальный, и здесь есть это все, иди сюда подойди, если в том магазине нет, то белый нет. А цены везде одинаковые, да? Или все-таки разные? Тут вы не торгуетесь, да? Нет, мы не торгуемся, куда торговаться? Посмотри, Марина Ивановна. Да вообще, я вот просто... Вообще. Вот, смотри, сиреневым твоим. Посмотри. Очень, поняла, Юля, классно, да? Да. Сейчас я посмотрю. Не знаю, трусики для миллионера у меня уже есть, для барона трусики есть. Надо теперь для князя. Посмотри, Юльчик, уже готовый пояс, смотри. Правда, цвет некрасивый. Да, да, я знаю. А это туда слаживают материал, и там крестиком вышивают, по-моему, пяльца называли в детстве. Я здесь. Я иду, Юль, я же хочу поснимать. Девочки говорят, что мы быстро ходим. Да. Тоже нашла, необычный. Потому что девчонки хотят... Они будут отламываться, Юль, видишь? Я знаю, просто показываю необычность. Потому что девчонки говорят, вы так быстро идете, говорят, мы не можем рассмотреть. Но это шикарно, смотрите, уже готовая аппликация, все, на платьишко, на сисечке. Идем там. Боже, сколько кружев. Цвета потрясающие. Никто не орет, что ты снимаешь. Ходи себе спокойно, снимай. А вот еще, Юля. Скуза. Вот она, леска. Ладно, я взяла уже нитку. Юля. Слышишь меня? Я там... Где ты ходишь? Юль, ты где? Слушай, я там нашла, прям на кассе стоит леска, вот которую я искала, и стоит нитки. Но это на потом, чтобы ты знала, что именно в этом магазине. Боже, сиреневая, фиолетовая, мадонна. Нету полосок, которые завозят и раскупаю я. Девочки, заказывайте, мы вам все, посылка, нитки, кружева, что хотите. Мариночка, смотри, тут вообще все тебе. Посмотри, ты поняла, да? Нам бы еще ножницы надо хорошие. Надо упаковать как-то сумку, наверное, надо какой-то купли-продажей через Италию заниматься, что-то такое. Наверное, туда возить себе, закупать, и где-то девочка может они будут покупать кто-то что-то. Даже постельное белье может какое-то шить, покупать. Не, шить не надо, а отправлять постельное белье, да. Но надо же его заснять девочкам, пока мы сбежим в галопе по Европе, понимаешь? Я тут смотрела, вот, интересная лянь какая, все равно красная. Понимаешь? Очень интересная красная лента. Ее можно было на перчатке или как-то на руки, но она не тянется. Поэтому то, что интересное, и вот тоже не Да, я видела. А, все остальное, ладно. Идем за париком. Мне очень важно тебе купить парик и зайти. Сначала мы зайдем сейчас. Померяем парик. В любом случае, вот надо купить. Боже, платье сколько. Вот сейчас не спеши, мы сегодня никуда, ты сказала, не спешим. Да, не спешим никуда. Все. Вот, мы... Еще тут где? Один магазин, один везде, на одном. Везде. А вот это вот, видишь, какое интересное. Все везде, Зарь, и все нам везде. Бы такое очень это даже пластик, на да. Канделак, на этот... На канделябр. На канделябр Шандал тоже было по-турецки, бы... да. Розочки маленькие. А вот, смотрите, есть вот эти, что мы вчера... Мы отложили. Отложили, да, смотрите. Везде одинаково, а вот бить просто быстро. Все, рассказывай, что видишь интересное, потому что девчонки смотрят, говорят, вы, блядь, бежите, мы не можем ничего рассмотреть. Главное взять мой телефон. Хорошо. Платье шикарное. Мы сегодня, кстати, хотели платье померить, ну ладно. А я где куплю сейчас, милая, вот он, да? Давай. Мне нет, спасибо. А ты что хочешь? Расскажи, что, сами пекут или магазинные? Да, сами пекут. Приватные, да? Это муж любит
по-моему, это Смит называется. Мак? Смит, да. Я не люблю, нет, оно с тмином, но без мака. Но я не люблю эти булки. Они, знаешь, безвкусные, но их очень любят турки, моя Маша. Я не знаю, почему. Ну ты ж не турок. Нет, не турок, но люблю мучное именно. Хлеб горячий. Я жила. Восьмит. Ника. Мэри, смотри. Да, Маша села жопой на них, на одного, и кишки вылезли из жопы. Реально? Хватит, спасибо. Не, было дома трое. Не надо, ты что, дома они... Алалым беше. Алалым се. Лучка на ульду ебде. Аби, лучка на ульду. Была бы делать мне с мине. Супер. А, не, спасибо, нет. Я не знаю, что это. Алым, беше не ема. Тогда животы втянули, лопатки соединили. Ника, воды взять? Воды. Кстати, у Ники очень хороший аппетит. Она все время хочет есть и пить. Всегда. Как Юля с ними справляется, я не знаю. Животы втянули, лопатки соединили. Поняла, да? Это с бахромой девчонки любят. Для ориентации. Ну а здесь мне плохо, везде я просто мне плохо. Я бы здесь и умерла бы. Нет, Марина, вот, Марина. Я Тигрова видела. А вот это на шторы нам на кухне. Не, на шторы у нас в ромашках. Мама, куда-то положи. Боже, сколько, блин, у Юли терпения, я в шоке. Она сегодня еще балетных собрала. На два дня их отправила. Куда ты отправила балет? Абакчай, где богатые люди, в Мейханы отправила. Собрала костюмы, все. Да, там певица работает, вот. И мои там украшают ей АТ-шоу делают. Вы посмотри на это. Ну, это надо купить кусок такой. Не надо, нет, это не надо. Сейчас вообще говорю. Это мне надо, я больной, глянь. Вон, смотри, там сколько. Давай зайдем фиолетовый, посмотрим. Блядь, там... Я не выйду. Там вот капец просто. Посмотри, я не выйду оттуда просто. Я там, ну все, я там останусь. Мне нельзя туда заходить. Боже, и с этой стороны ты тоже. Посмотри, ну посмотри. А вот, это надо на маске купить. Я хотела метр. И зря, что я не купила. Но мы сейчас за хвостом идем. Просто мне плохо. Да, посмотри. Это очень красиво. Это... Боже, как это нежно. Это, вот это вот на шторы, да. Слышишь, вот это вот на шторы бы вообще. Это просто, да. Это... А вот, посмотри, ты посмотри. Просто даже само. А сиреневое твое. Боже. Да, с цветами. Боже мой. Солнышко. Юля, что ты мне сейчас делаешь инфаркт? Инфаркт у меня. Я сидеть ходить не могу. Что? Вот в шелковые халаты висят. Алло. Алло. Дамин. Алло. Смотри, очень, да, вот этот красивый. Смотри, это вообще, вот, посмотри. Алло, да, Джанин Денин. Хорошо, елда. Елда, балда. Короче, девчули, тут рай, реально. Особенно, кто умеет шить. Я-то не умею, я только могу там что-то обшить. А кто умеет шить, конечно. Супер, посмотри, как он. Блин. Это текстиль, девчонки. Текстиль. И это постельное белье. Это очень красивые полотенца. Они видно, как. Да, они идут как подарочные. Покрывало и постельное белье. Посмотрите, какая красота. Очень красиво. А чего вы все время говорите о Софии? Ну, потому что Софии такое нравится. А не нравится Саше такое не надо. Она нет. Очень красиво. Супер. Корзина какая вообще. Супер. Наборчики вот такие. А вот тоже, наверное, ну это, наверное, шелк, только уже не по 200 лир. Это, наверное, уже такой шелк. Да, шелк. Я вот хочу, знаешь, Марин, все, что красиво. Ты говоришь, это я
вот сейчас только заработаю первые деньги, я хочу себе купить. Я не вот это, я тебе скажи, чемодан нормальный, большой, да? Большой это, конечно. Да я тоже хочу для шапок. Ой, какие тапки. Вот это я понимаю, Барби. Это свадебное все. Ну, свадебное, у нас свадьба замуж, каждый день. В спаленку пошла в тапочках к мужу. Красиво. Да? Конечно. Мне надо выбрать или барон, или миллионер, или князь, или, или шейх. Вот, смотри, какая корзина. Ой, не знаю, девчонки, не знаю, или за барона, или за миллионера, не знаю. Пуфики какие. Ой, гляньте, пуфик взяла, купила. Вау. Это же моя мечта. Да, Юля тоже. Вот, подожди, смотри, вот этот чемоданчик я бы купила в Софии. Вот такой. Ну, я его куплю, я надеюсь. Хороший чемодан. Мечта, вот это мы как только сразу в сейф. В сейф деньги его спрячем. Все. Какой-то красный. Сейчас ботекс сделаем, и все. Все да. Шейхи наши. Да, да. Очень атмосферный базар, очень. Очень все атмосферно. Вау. Мы вчера такое платье видели, это просто вау. Видишь, как мне нравится, как на улице у них эти... Они это на ночь заносят, да? Юля, для чего им вот эти вот надо, вот эти вот кружки висят? Ловец снов, Марина. А, ловец снов. Блин, нам полотенца бы нужны будут. Подождите, вот сколько? 100 лир, наверное, на одно полотенце. Маша, Маша, Маша. Колбасы, как пахнет здесь. Ага. Да, как же хочется походить здесь и посмотреть. Постельная вот особенно. Там девочка мне писала, это вы бы передали? Я бы, да, я бы посылку отправила. Ну, понятное дело, что это надо поднять зад, пойти спокойно с вами на WhatsApp, чтобы вы выбирали. Это работа. Это не то, что я купила и такая жду, когда это... Скажем честно, перекупят, конечно, они. Вот цветы, поняла, разные букеты, что делаете, просто на угу. Поняла, да? Это дома можно поставить. Не надо нам искусственное. Вообще, я тебе говорю, просто люди украшают. Пусть нам память. Шейхи дарят на я живые. Я очень люблю вот эти штуки дома. Я знаю, я видела, что обожаю. У тебя есть. А мне на самом деле не покупала, мне подарил чувак. Я не знаю, сколько стоит сейчас. Они не дешевые, а мне прям подсолнечные, красивые. Ну, только что ромашки вот такие можно купить, вот это да. Они просто, ну, видишь, ты за свои ромашки, ага. Мои как подсолнечные, ну, так... мне не нравятся. Не, ну они с кухни, они... Ромашки, не, они с кухни, они... У тебя а кухня... А что с кухней? Мы только в кухне живем, что ли? Ну, мы, в принципе, да. Да, мне вчера в зале... Боже, розовая... Но я потому что делала кандилак и сидела в зале. Боже, кандилак какой. Канделябрда называется. Подожди, я поснимаю, как он делает. Это хурма, наверное, по-ихнему. Какая хурма? Не смеши никого вообще. А, это рис, курица, наверное. Это просто. Кстати, тебя переспросили. Кстати, тебя переспросили, сколько стоила наша утка? Очень дорого. Да, это здоровая Сталика, Маликсина, Раба. YouTube канал, цена рекламы, дала я плюс. Это мой друг, инвалид, Адана Кебаб. А-а-а. Да. Это друг, который всю жизнь кормит наших девочек. И вообще, да. Алина. Человек инвалид, на самом деле. Все, Бенсана, Сандаджи, презентацион, я пью, рубашка дышит. Покажи. Смотри, зайди, да. Баб, как он, я пью. Смотри, как он делает. Все угу. Делает руками, все чисто, на большой температуре. Видишь как? Это бенимандуску, маркадаш, искидюня беним, искидинчный заманвен, тундингин, банагерды, айталия, я шью ермесы. Вот, поняла, вот как красиво делать. Пиши пиво, Дарин Николаевич. Давай, все, мы уходим. Тамам, девять, Джим. Хайм, Ютуб.
Юлька всем говорит, на Ютуб, на Ютуб. Happy birthday, они свои, они, ага, на Новый год, на день рождения. Тоже цветочки, штучки, пучки. Да, кстати. Прикольчики, платочки, вообще. Боже мой, украшения для ванн, ванны. Моя куколка, надо я куплю, пошли. Ой, какие фонари, подожди, атмосферно. Ой, кстати, первый раз видела это сама. Юля, это они в этом варят кофе, да, вот? Я видела, да, у вас дома. А почему это? Потому что там кофе вкуснее или что? Ну, конечно, он полезный. И вообще, что это таракань и жидкость. Это мы с кафе пьем. Кофе турецкий, класс. Ты что? Мы же Барби. Да? Юльчик, расскажи, это что? Это подставки для вина, да? Чтобы красиво стояло. Для алкашки очень. Для алкашечек, девочек. Нет, для алкашки, для алкоголя, не для девочек алкашки. Ну а что, мы девочки алкашки такое не сохранят, пьяные разобьют. Смотри, какие. Не, хорты. Но есть алкашки нормальные. Ну, мы ж нормальные. Когда дорогой алкоголь, тогда и не сопьют. Ну красивенько, да, эти коня. Посмотрите, какая голова коня. Мэри. Мэри. Так, это опять продают вот эту алум. Продают. Угу. Понос продают. Ну, это опять кухонный ран. Так, ну... Рай для... Мы потихонечку, нам надо полотенчики у соседки попросить. Она нам должна подарить, да, Юль? Да. На кухне нужны полотенца. А вот где посмотреть бы такую коробку классную, пластмассовый какой-то, приблизительно сколько он стоит, чтобы туда колпаки положить? А мы намутим, к Алексу подойдем, он мне сейчас намутит из своих базаров. Я не хочу пить больше. Я за тебя рада, значит, найди лучше. Например, смотри, где он может. Не, на дочке детей не вижу. Вон там, еще здесь он стоит. Положи, молодец. Юля, тебе не холодно? Нет. С чего она? С меда, да? Это вишневый сок или клубничный. А это... Ой, нам там надо полтора метра или, ну, два. Ой, подожди, посмотри, ну, Юлек, ну, это же так... А это для чего? Это просто украшение для стен. Очень красиво. Вот он лет, только нам надо не на батарейки, нам надо в сетку. Они у них нет, они где-то не лет. Это а, это фонарики, да, лет, но нам надо в сетку, в розетку. Мэриэн. Мэриэн. Ну, это, видите, на день рождения, вот тарелочки. Смотри. Да, это пластмассовый, да. Это на днюшечки покупают такие тарелочки, чтобы выкидывать. Боже, Юля так поражается красоте турецких женщин. Она мне все время говорит, посмотри, какая красивая турчаночка. Вау, ля. Смотрите, работа. Прикиньте, стакан. Это, наверное, потом вынимается. Нет, это не вынимается. Это, наверное, для красоты стоит, да, Юль? Для красоты. Да, для красоты. Очень круто. Это вот моей Софии такая для декора она любит. Вот, вот вы сейчас говорите, что я всему удивляюсь. Вы со мной, ходя по магазинам, видели такой стакан в Италии, в китайском? Помните, даже в китайском? Я не видела. Это подсвечники. Посмотри, очень красивые подсвечники. Подсвечники и стаканчики могут быть, с них можно и пить. А не, это подсвечники. Я... Ну, я могу с них и пить. Ну, понятное дело, мы вообще все можем. Ну, вот. Поняла, да тут вот тоже какие-то прикольчики, такие непонятные. А, вот эти крутяшки, помнишь? Угу. Для детства. Давай хлопушки возьмем. Все, здесь нету Лида. Не надо, Лида. Здесь все фонарики. Да.
очень важному делу. Да. Человеку в ателье, который дает тебе работу в казах. И тебе одно и видите вместе. Так, идем, идем, дети. Мэри, Ника, доедай булку давай. Я после тебя только Лаурой Биджотти пользуюсь. Не променяю никогда. Ох, как пахнет, вау. Очень пахнет, супер пахнет. Какую, Марина, выбираем? Не знаю, выбирай, нюхай, тут очень вкусно пахнет. Я думаю, возьму золотую, она будет красивая. Ну, бери какую хочешь. Они дорогие, сориентируй девочек по ценам. Они у него дорого, а для меня в два раза дешевле, потому что это 250 лир стоит эта свечка, для меня 170. Видишь, как хорошо. Ну, пахнет вкусно. Юля, это что, натуральная Версачи тут стоит? Да. Ну, нет, конечно. Ну что, поставил так Версачи натуральный? Да, натуральный поставил. Есть подделки, есть натуральные. Еще хочешь покупать? Боже, какой красивый парфум.